говорим про меня, зовут царь Кионис. И просто сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду. Ведь поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И банда, это просто жесть. Прошлой ночью в 3 часа мы слушали проклятую песню под названием «В лесу родилась елочка». К нам пришел Крампус и просто уничтожил нашу елку. Он сжег ее прямо в квартире. Теперь у нас новая елка, которую мы будем охранять, чтобы на этот раз уже ее точно никто не уничтожил. Но сегодня в Даркнете я закажу настоящего Гринча. Что очень странно, ведь как я помню, в прошлом году я смог его убить. Но все же теперь я хочу заказать его с Даркнета, чтобы проверить, правда ли это будет он. И спросить у него, каким же образом он выжил от куклы Вуду. Именно поэтому, банда, давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда я поймаю этого Гринча и разрежу его, чтобы узнать, какие же тайны в себе хранит Гринч, похититель Рождества. И также, бандитчик, и описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. Но еще там иногда выходит суперсекретная информация про монстров. Так что, бандит, скорее смотри в описание, ставь лайк, а мы тем временем заказываем Гринча. Погнали! Окей, банда, я надеюсь, вы готовы. Мы уже заказали Гринча с Даркнета. Но мне прислали какой-то номер и сказали, что я должен сам по нему позвонить. И мне очень страшно, ведь этот номер пришел из самого Даркнета. Цифры этого номера такие: 592-89-674-41. Согласитесь, очень криповый номер. И хотел бы я на него звонить, но все же надо. Но если вдруг, банда, кто-то из вас позвонит по этому номеру и вам ответят, то напишите об этом в комментариях. Мне очень интересно узнать вашу историю. Номер Гринча я сразу же записал в своем телефоне. Вы только посмотрите, какая страшная у него аватарка. Я прям не по себе, я очень боюсь ему звонить. Ты ведешь себя как ребенок, давай я подзвоню. Тебе совсем не страшно? Нет, я не боюсь Гринча. Окей, тогда звони ему, посмотрим, что он тебе скажет. Просто посмотрите, Настя уже звонит Гринчу, я в шоке. Но что если он захочет тебя убить за это? Я думаю, нет. Я думаю, что он не очень любит, когда его беспокоят. О, ну это да. Тем не менее, он все еще не берет трубку. Это очень странно, не похоже на Гринча. Надеюсь, Гринч возьмет трубку, если не боится нас. Да, думаю, после того, что было раньше, он точно уже не ответит. Он отключился! Что такое, банда? Что это было? Он звонит! О, черт, бери быстрее трубку! Что? Гринч, ты все еще жив? Как ты остался жив после куклы Вуду? Что надо? Ответь, как ты остался жив? Я бессмертный, а вот вы нет. Я ждал целый год, чтобы отомстить вам. Что за бред ты говоришь? Ты сам нас чуть ли не убил в прошлый раз. Я испорчу вам Рождество и Новый год. А все ваши подарки соберу и сломаю. Это ужасно. Отделаться. Ты даже не знаешь, где мы живем. Мы уже давно сменили адрес. Знаю. И на этот раз я не буду с тобой играться. Я убью тебя. Нет, ты ничего нам не сделаешь. Дед Мороз поможет нам. Мы с ним помирились. Этот старый пердун в туалет сам сходить не может. А ты хочешь, чтобы он тебя спасал? Это ужасно! Ты уродливое зеленое существо! Ты нам ничего не сделаешь! Приходи! Все, вам конец, я уже иду! Это просто жесть, банда! Он отключился, мы слышали его! Этот Гринч все еще остался жив! И теперь нам нужно как-то с ним бороться! Он сейчас придет к нам домой, что мы будем делать? Я не знаю! Я до последнего не верила, что это будет настоящий Гринч! Я догадывался, что это будет он, ведь он все же мог выжить! Но почему ты не верила? Я думала, после того удара он точно не выживет! Но теперь он идет к нам домой, что будем делать, Сереж? Я не знаю, честно! Это просто жесть, банда! Настоящий Гринч все еще жив! Но почему он не убил нас раньше, ждал целый год?
год? Не знаю, может быть, потому что... Неужели это Гринч? Наверное. О, черт! Ты же тоже это слышишь, Сережа? Да, в нашей спальне! Нам нужно куда-то спрятаться! Но куда, я не знаю! Господи, я тоже не знаю! Где нас можете найти, Гринч? Это очень странно! Быстрее за мной! Да, иду! Только нужно быть тише! Садимся здесь! О, черт, банда, это просто жесть! Гринч уже в нашей квартире! Предлагаю посмотреть по скрытым камерам, что он делает! Как думаешь, что он хочет делать? Не знаю, скорее всего, он хочет нас убить и украсть наши подарки, которые мы подготовили друг другу! Ой, нет. Это же Гринч покидитель Рождества! Надеюсь, что больше ничего плохого он не сделает! А что, если он заметит нас? Что нам тогда делать? Скорее всего, придется просто бежать, куда только можем. Потому что Гринч очень кровожадный. Он может нас запросто убить. В прошлый раз я уже с ним сталкивался, реально чуть ли не погиб. Посмотри, это реально Гринч. Он в нашей спальне, мы были правы. Что он хочет там делать? Не знаю, скорее всего, он ищет наши подарки, чтобы их украсть. Ой, посмотрите, как зловеще он смотрит и что-то ищет. Он такой жуткий, тот самый настоящий Гринч, который меня чуть ли не убил. Глянь, он нюхает шкафу! Там же лежат подарки, которые мы спрятали для родных! Это такая жесть! Гляньте, что он делает! Он выскочил в нашу кровать в обуви! И посмотри, он схватил игрушку! Он явно ее ненавидит! Просто посмотрите, что он творит! И глянь, он схватил елку! Это просто ужас, банда! Он реально ненормальный! Гринч ненавидит Новый год, поэтому он крушит все, что с ним связано! И наша елка... Ёлка тоже попалась ему под руку! Мы должны были когда ее спасти! Мы бы никак это не сделали, это слишком опасно! Просто посмотри, что он творит! Он прыгает на ней! Он полностью уничтожил банда! Что он делает, зачем он взял снеговика? Посмотрите на это, банда, как у него рассматривает, зачем он ему? Неужели он собирается его сломать? О, черт, ты видела это? Он просто исчез! Ты еще умеет телепортироваться? Не знаю, похоже, да, раньше я такого не видел. Он реально только что на наших глазах исчез, я просто в шоке. Но куда он относит эти игрушки, зачем все это? Он реально украл снеговика и исчез. Посмотри, он вернулся. Он реально телепортирует. Это просто жесть! И он снова что-то ищет! Посмотри, он взял книгу! Нет, зачем она ему? Неужели он ее собирается тоже украсть? Я просто в шоке! Нет. Банда, посмотрите, что он творит! О, черт, он ее нюхает! Но зачем? Просто посмотри, он исчез снова, я в шоке! Это уже вторая вещь, которую он украл, это просто ужасно! К сожалению, мы бы никак их не спасли! И теперь Гринча нету в комнате, она полностью пустая, куда он делся теперь? Нам нужно вернуть все эти вещи, которые он украл! Да, но я даже не знаю, куда он их относит! Может, у него есть тайная мусорка? Мусорка, возможно! Именно туда он и выкидывает все эти рождественские вещи! Да. Но где она находится, без понятия! Что это? О, черт! Это Гринч! Ёлка! Она в пол! Она уродливая! Как этим листишкам не надоело ее украшать? Каждый год одно и то же! А где? А где же подарки? Мне нужны подарки! Господи, с ним все в порядке! Что это за уродство? Ёлка, только не это! Но... Где вы прячетесь, ребята? Вы меня уже выводите из себя! Если нет подарков, то я заберу ёлку! О, господи, Настя, он украл ёлку! Как он мог? Он испортил нам Новый год! Теперь мы будем без ёлки! Я не знаю, это ужасно! Просто посмотрите, банда, елка была здесь, а теперь ее нету! Здесь только осталась эта наволочка, и все, эта игрушка разбита! И как нам теперь ее вернуть? Я без понятия, это ужасно! Гринч реально украл нашу елку, я все еще не могу в это поверить! Сначала он украл вещи в моей спальне, а теперь и елку, что дальше? Давай опять ему позвоним и скажем вернуть елку!
Не знаю ли это сработает. Ведь это Гринч, похититель Рождества. Он точно не захочет нам вернуть елку. Гринч! Вот вы и попались, ребята. Зачем ты украл нашу елку? Верни нашу елку быстрее! Вы хотите, чтобы я вам вернул вашу елку? Да! Тогда иди, я тебе ее покажу. Что ты делаешь, Гринч? Молниеносный Гринч его украл. Куда она делась? Просто посмотрите, он реально его украл! Что за жесть, банда? Настя пропала, я просто в шоке! Гринч украл мою девушку! Нужно быстрее его вернуть! Сначала он украл у меня вещи с моей комнаты, там был снеговик и книга! После этого он украл мою елку, а теперь и мою девушку! Мне нужно быстрее придумать план, как вернуть ее обратно! Окей, надо подумать, как задобрить Гринча, чтобы он вернул Настю! Гринч с детства злой, его не любили родители. Из-за этого он злится просто на всех. С него издевались в школе, просто ненавидели из-за того, что он зеленый. И никто ему никогда не дарил подарки. Именно поэтому он их всегда и ворует. Он пытается испортить Новый год. Мне кажется, банда, что я должен подарить ему что-то, чтобы он вернул Настю. Мне нужно быстрее пойти в магазин, пока они еще не закрылись, чтобы купить какие-то вещи для Гринча. И после этого подарить ему. Скорее всего, я куплю какую-то открытку, где напишу, что мы с ним лучшие друзья. И, возможно, даже нарисую наши портреты. И еще я ему куплю конфеты, чтобы его задобрить. Надеюсь, что ему это понравится. Тем не менее, нужно быстрее идти в магазин, пока он еще не закрылся, и вернуть Настю. Итак, банда, я уже купил некоторые вещи для Гринча. Надеюсь, что ему это понравится. Я взял открытку, которую уже подписал, а также еще взял коробку конфет. Надеюсь, Гринчу нравится шоколад. Тем не менее, банда, давайте уже выйдем в квартиру и посмотрим, где он. Я уверен, что он где-то здесь. Гринч, где ты? Выходи! У меня тут для тебя подарок, конфеты, открытка, все как ты любишь. Выходи быстрее, где ты? Эй, Гринч, выходи! Тут у меня подарок, который ты, наверное, ждал всю свою жизнь. Ты звал меня? Да, у меня кое-что для тебя есть. Что это такое? Это тебе подарки. Подарки? Мне никто никогда не дарил подарки. Это что, настоящая открытка? Да, это открытка для тебя. Я сам ее рисовал и делал. Это что, шоколад? Но я ненавижу шоколад. Что ты делаешь, Гринч? Зачем ты это сделал с конфетами? Я же подарил их тебе с любовью! Я ненавижу конфеты! Открытка! Мне никто не дарил открытки! Какая она красивая! Ты поздравляешь меня с Новым годом? Тут нарисована семья! У меня никогда не было семьи! Они называли меня уродиной! Я ненавижу их всех! Что внутри открытки? Ты написал мне поздравление? Сам? Гринч, я так рад, что ты появился в моей жизни! Без тебя мы жили скучно! Ты самый лучший друг! Приходи к нам на Новый год! Лучшие друзья, ты нарисовал нас! Мы так похожи! Это так мило! Я хочу тебя обнять! Да, Гринч, я тоже тебя люблю! Ладно, я верну тебе твою подругу обратно, как хочешь. Настя! Настя, ты вернулась! Как ты нашел меня, Сереж? Я подарил Гринчу подарок! О, Господи, он просто вернул меня назад? Да, он был очень счастлив и даже заплакал от моего подарка! Сереж, я была в ужасном месте! Где это? Я не знаю, но там было очень холодно, просто ужасно холодно, и была какая-то собака! Что еще за собака? Не знаю, но мне казалось, она огромная. Он постоянно гавкал, мне было очень страшно. Гринч тебя трогал? Нет, но я просила его о помощи, говорила, что мне очень холодно и я голодная. Но он никак не реагировал. Он сказал, чтобы все поставили лайк и подписались на канал, а то он придет каждому. Что? Да. Это просто жесть, банда. Скорее ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы Гринч не пришел к вам. Он полный безумец. И напишите в комментариях,
как вы думаете, где была Настя? Это, похоже, было ужасное место. Но все же мы смогли его спасти. И теперь мы просто обязаны отомстить Гринчу и разрезать его, чтобы узнать, что же у него находится внутри. Именно поэтому банда под коммент из-под прошлого видео. Просто вглядись, какие они шикарные, идеальнейшие комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все, бро, ты уже новое видео. Лайк, колокол, коммент, и ты мной видео бандит. И помни одно, оставайся такой шикарным. Пока!